Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в The Binding of Isaac Rebirth. И на этот раз мы попробуем открыть персонажа Lost. Для этого нам надо, в принципе, ввести некоторые сиды, которые помогут определенные условия выполнить, соответственно. Значит, нужно для открытия персонажа Lost умереть четырьмя персонажами в определенных обстоятельствах. Значит, сейчас в данном случае нам нужно, чтобы Айзек умер от стесняшки Камикадзе. Именно на уровне подвала, от Селлера, иначе говоря. И вот такой вот у нас сид. Сид — это текстовая информация о уровне, которая говорит, какие предметы у нас есть на этажах, какие монстры и так далее и тому подобное. То есть достаточно важная вещь. Также нужно именно в определенной последовательности все это проводить. И обязательно Айзек или кто-либо другой не должен умереть раньше времени. И от какого-либо другого вида, неоговоренного в условиях по открытию Лоста. Вот, все прекрасно. Мы тут все сделали. И теперь идем в соседнюю комнату, где у нас Камикадзе. Прекрасно. Далее мы выходим в меню и начинаем забег за Магдалину. Магдалину надо дойти уже до катакомб или до пещер. Для этого у нас есть специальный сид, который даст 99 бомб. Чтобы наверняка как бы они были, да? Замечательно. Ну, если персонаж, в принципе, случайно умер, да, не от того, чего надо, то всегда можно нажать быстренько Escape, выйти в меню паузы и рестартнуть забег. Конечно же, придется заново все начинать, то же самое, да, потому что сид-то тот же самый получается, но, соответственно, вы не будете заново переигрывать, и это очень важно. Так... Паучки, нахрен паучков, не люблю их, особенно когда у персонажа мало урона. Это нехорошо, вообще нехорошо, это просто ужасно. А этот один там хитрый сел, спрятался, думает, я его не замечу, ага. Опа, я немножечко уже успел потестировать некоторые сиды, так что удивляться нечем абсолютно. Блин, сколько же тут всего? Сколько тут всех? Сколько тут монстров? Я просто офигеваю тихонечко. Ну-ка. Опа! Так. Паук пошел резко в наступление. Это не прикольно. Надо с этим что-то делать, с этим безобразием как-то надо справляться. Ну, справились. А, там еще один. Ну, конечно же. Их тут много-много. У нас, значит, у нас муховик. Вот так вот мы сделаем. Я думаю, ему хватит. Главное не забывать, что у нас есть много-много бомб. DMG Range Up. Прекрасно вообще, просто великолепно. Теперь у нас через несколько слез слеза с огромным уроном. И это прекрасно. Вот она, красненького цвета такого. А пауки? Пауки, не надо. Не наезжайте на нас, пожалуйста. Угу. И сердечко, спасибо. Благодарство. И знаете что? Пожалуй, нет смысла тут задерживаться на долгое время. Слушай, ты достал уже. Пошел ты нахрен. Успел покоцать, говнюк, да? Ну ладно, тут, по крайней мере, придется всех завалить наверняка. Ну что же вы... Ать. Там у нас будет автомат, из которого в результате можно синенькое сердечко выбить. Ага. Все прекрасно. Ни слова, очень главное. Ну что ты... Вот не люблю я этих засранцев, блин. До свидания.
Ага. Слушайте, а хорошо на него бомба действует. А, вот все, готов почти. Гуляй отсюда, Вася. Спасибо за HP up. Ох, нет. Мы ничего из этого брать не будем. Особенно 9 жизней, потому что нужно с первого раза закопытить Магдалину. А, пещера первая, то есть нам на следующем этаже надо, по идее, все сделать. Что? Что за... Почему не открываются двери? Это баг? Потому что я не понимаю юмора. Мы же там не на сундуке находимся, что за бред какой-то, реально. А, понятно. Это у нас комната с шипами на полу. Поэтому она не открывалась ни хрена. Ну, просто тупо идем дальше. И не заморачиваемся. Досвидос. Ха-ха, как проскочил-то шикарно, правда? А вот и боссик у нас. А вот у нас и боссик. То есть, в принципе, достаточно быстро все сделали. По фасту. Я думаю, босса нам придется тоже с помощью бомб валить. Вот и все. Так, вы что, прикрываете, что ли, его? Засранцы. Да нет, нет, чувак, все, прекращай. Готов. А что, здесь? Не, спасибо. И вот теперь, соответственно, на вот этом вот уровне нам надо Магдалину подзорвать. Замечательно. Вот так вот. И сейчас у нас будет Иуда. Достаточно сложный персонаж, потому что у него стартового здоровья очень-очень мало. Иуды надо погибнуть от руки, ноги или крови мамочки. На Некрополисе втором или на глубинах, соответственно. И у него тоже есть свой сид, на котором у нас мамочка в результате красная получается. Давайте мы тогда все сейчас сделаем. Так. Ага, по-моему, такой вот сид. Нормально. И у него есть книга Белиала, соответственно, которая, в принципе, достаточно хорошая. В золотой комнате у нас будет сплитшот. Шикарная вещь. Давай сюда. Которая очень-очень хороший урон в результате дает. Базовый. Базовый. На шипастую комнату смысла нет идти. Тут у нас нету бомб, тут у нас нету полета для того, чтобы взять этот шприц. Хотя шприц на самом деле очень даже хороший. Так, не торопимся. Не торопимся, самое важное. Правило. Потому что здоровья у Иуды крайне мало. Так, это у нас Алвиз, который дает защитную сферу. Хорошая штука. Ну, конечно же, мы воспользуемся книгой Белиала. Было бы глупо очень не воспользоваться ей, правда же ведь? Угу. Больше скорость, меньше размер. Но это феромоны, бестолковая штука. Поэтому просто тупо идем дальше. Опять-таки, очень печально, что нету у нас полета. Мы так могли взять тот желтенький шприц. Здесь у нас Fat Protector. Толстый протектор. Что очень-очень прикольно. Так, здорово. Достаточно опасный босс с нашим количеством здоровья. Не самый лучший. Мини-босс, точнее. Мини-босс. Это я преувеличил. Вот это опасно, реально, ребят. Черед.
Я думаю, что лучше Алгиз с собой тащить. Потому что у него защитная сфера дольше длится. Опа, па, па, па. Угу. Ох ты ж, ёп! Здесь камушек должен был быть. Да. Это, по-моему, только я так умею. Ну вот и что теперь делать? Без камушка-то, а? Блин, обидно-то как, слушай. Пипец. Ну, пипец. Париться придется очень сильно. Называется, поторопился. Так, кыш. Пойдем и возьмем пол сердца. Почему нет, да? Даже как-то грустно стало. Знаю, что урон у нас не такой, который нужен. Не перди. А вон еще один синий камень, а у нас нету бомбы. Так, 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 мать твою за ногу. Опасная, опасная комната, большая и скандальная. Так, прекрасненько. Идите сюда. Пижама, пижама, да, да, я знаю, вы не кровавый, вы нормальный, но, блин. Нет бы мне бомбу дали, а? Так никто бомбу давать не хочет, сволочи. Одним словом, сволочи, да. Ну что? Тут все очень сложно. Очень-очень все сложно, я бы сказал, даже дико сложно. Один готов. Второй тоже. А, вот, все, нам дали сердечки. Ух ты, бомбы дали. Вообще прекрасно. А, голову Гаппи, соответственно, мы брать не будем. Нафига это надо, правильно? Правильно. А вот здесь мы с вами все сделаем. Спасибо. Ну-ка, где нас заговаривался. Не нас, а наш камешек с уроном. Так. Секретка, по-моему, тут находится. Угу. Так, бомба. Пилюли я не буду использовать. Что это такое? В секретную комнату телепортировать не надо. Пилюли у Иуды какие-то отвратительные в этом сиде. Так что лучше их вообще не брать. Тут такие пилюли вплоть до HP down. То есть сердечко могут сожрать спокойно. Нет, я не рискну сюда идти. По крайней мере, пока что. За монетку спасибо, пригодится. Сюда тоже не надо. Не-а. Кстати, помните, у нас была зубастая комната, я в нее не пошел. Так вот, там одни тролль-бомбы в ней. Так что мы ничего с вами не пропустили. Давай. Golden Touch. Я так и не понял, что эта штучка дает, но она полезная. Так, бомбу обменять на гриб с удовольствием. Пилюли опять-таки поднимать не буду из принципа. Здесь у нас супер секретка вроде как. Нет. Понятно. Окей. Хорошо. Вроде бы что-то еще было полезное на этом этаже. Точно не могу сказать. Но мы сейчас попробуем узнать это, проверить, так сказать. Я. Ага, да. Так, огромное спасибо, что нам открыли просто так секретку. Которая, правда, всего лишь несколько бомб, но сойдет вполне. Так, суперсекретку тут поищем. Ее тут нет просто-напросто, да? Окей. Большую комнату, что-то у меня нет никакого желания идти вообще. О! Нехороший, нехороший товарищ. Очень, очень. Очень нехороший. Опа-на. А, Golden Touch замораживает, да? При прикосновении к Азику, соответственно.
О, LSTSAP, великолепно. А эту штуку я брать не буду, но поп. Теперь у нас хотя бы здоровье стало больше, что не может не радовать. И у нас урон великолепный. Максимальный даже. Ну, по статистике, а на деле не знаю, что там как. Ах ты, падла. Все-таки умудрился до нас достать, да? Я так и знал, что они в эту сторону прыгнут, засранца. Ну, пока тринкетов нету, и такой сойдет, в принципе. Иди отсюда. По-моему, при кошкином хвосте все золотые сундуки и прочие превращаются в красные, да? Вроде так. Или я ошибаюсь? Не могу точно сказать. Так, секретка у нас здесь, что ли? А, ну зашибись. Опять телепортировали, засранцы такие. Вот, нормально. А, пускай будет такой тринкет. Я от него отказываться не буду, на самом деле. Босс-комната для нас недоступна, по понятным причинам. Но переживать из-за этого особо и не стоит. Так, здравствуйте. А это что такое? Муха, что ли, по нам попала? Непонятно. Мы без ключей сюда пришли? Угу. Замечательно, давай нам больше сердечек. Ключи тоже пригодятся. Предмет давай, слышь, говнюк. О, это HP up. Шикарно вообще, что это? Магия, обойдемся без магии. Так, алгиз. О, сейчас мы с вами монеток нафармим. HP up можно получить, однако, с этого автомата. Ну что-то он как-то рожать не хочет совершенно. Так, будем кормить тогда этого попрошайку. Может быть, он нам что-то хорошее даст. Ага, теперь так. Давай, больше скорости. Лишним точно не будет. Ну и вот этот автомат подзорвем. Магию возьмем. Монетки тоже. Хорош. Теперь, в принципе, можно пойти в магазин. Паровозик, не нагрейте. Так, с этого червяка, по идее, синие сердца выпадают, потому что он синего цвета. Что очень хорошо. А, опять синее сердце. Окей. Я только за. Пилюлю опять-таки брать не буду. В попу. Нету там суперсекретной комнаты, по понятным причинам. Удивляться нечему. А где у нас золотая комната? Что-то я не понял юмора. Так, это у нас не золотая комната, точно. Так, давай, иди отсюда. Спасибо, спасибо. Вот так вот. Золотую комнату надо открыть еще, то что-то мы как-то ее не открыли совсем. Задолбали же, блин. Телепортировать без моего ведома. Без моего ведома нельзя такие вещи вытворять. Прекратите. А, Боб. Обойдемся без Боба. Не, ну правда, нахрена он нужен? Логично же, ведь логично. Пам-пам-пам-пам. Да зачем? Не надо мне эти. Мне не нужны эти пилюли. Они здесь отвратительные. Всякие... отвратительные показания не нужны. Мне, конечно, лучше солнышко взять, на самом деле. Давайте мы его возьмем. Хотя бы пригодится. Ать, 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 ать. А ключей-то нету. Увы. Ну что, сейчас быстро завалим, по идее, этих. А, понятно. Понятно, золотое прикосновение. Прикасаешься к монстру, он становится желтого цвета.
После чего при его уничтожении по кусочкам вываливаются монетки. Неплохая штука. Однако. Все, больше нам тут ничего не надо, да? Когда у нас там уже будет? Ага, у нас Некрополис первый. То есть мамочка на следующем этаже будет. Не надо. Не трогайте нас. О! Почему бы и нет? Мастер-ключ, иначе говоря, золотой ключ, нам очень пригодится, я так думаю. Бомб у нас, к сожалению, нету. Ай-яй-яй. Вы издеваетесь, что ли? Не люблю этих скотин. Они неприятные. Что? Кыш. Бля, от этого еще дорожка остается. Вы... Слушай, ты! Говно летающее. И опять. Это точно какое-то издевательство гребаное. Не, ладно, что-нибудь придумаем. Не. Даже связываться не буду с той комнатой. Бомба. Что тут? Ага. Тут у нас суперсекретка с целым черным сердечком. Ну, не такой уж и плохой вариант. Нам теперь нужно найти магазин и золотую комнату, соответственно. Пока что нету ничего ни другого. Точнее, ни одного, ни другого. Опа! Слушайте, какие назойливые-то эти маски. Зубастую комнату. Давайте сходим. А, понятно. Кроме пауков, ничего полезного. Увы. Увы. Так, главное не борзеть. Ага. Не знаю, чем ключи подбираю. Они, в принципе, не нужны совершенно. Ага. Как-то так. Так, карта с секретками. Вот это. Вот это. Все возьмем. Пойдем сходим в секретку. Почему бы и нет, правильно? Давай. Какой-то монстр у нас появился. Получился, точнее. Ну, естественно, я не буду сейчас с этим автоматом связываться. Игральным. Ну нахрен просто надо, правильно же? О! Опять червячки. Летит твою мать, что ж ты будешь делать-то с ними? О, готово. Что тут? Четкие, которые нам дают дополнительные синие сердца. И дальше у нас привет, мамочка. Ладно. Солнце. Пом. Так. Ух ты, мамочка, у нас далеко. Ух ты, она далеко-то. Так, ну пока мы с вами будем собирать все сердца, соответственно, да? Потому что нам это надо. Ну а дальше мы этого уже делать не будем по понятным причинам. Так, 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 прекращаем. Прекращаем. Все, кыш. Опять много монеток, бомбы, которые нам, в принципе, не нужны. Да хорош. Я с ними даже связываться не хочу. Так, зачем я сюда пошел? Немного не понимаю. Нам, в принципе, уже-то и не нужна золотая комната по факту. Ну, хотя ладно, ради интереса. Робо-ребеночек. Ну и хрен с ним. Ой, да. Так, мы опять 25. Мне даже лень, правда. Мне что-то с ними делать лень. Все. Вот так вот. Ага. Не-не-не. Урон нам пока не надо наносить, еще больше положено.
Вот, еще один остался. Опять вы. Иди, твою мать. Замечательно. Ну что? Ну что? Давай попробуем. Вот так вот. И теперь у нас самый сложный вариант. Если я не ошибаюсь, теперь нужно играть за Азазеля и дойти до сатаны. Убить его. Так, где он у нас? Вот он, Азазель. Надо клавиатуру подтащить, чтобы вовремя кнопочку нажать, если понадобится, потому что будет сложно. Будет очень сложно, но возможно. Как говорится, поберте, ни о чем. Тут уже не силы, тут уже непонятно что. Книга секретов, которую нам открыла Эпикак? Нет. Или да? Нет. Он нам может поломать весь сет. А нам это в последнюю очередь нужно. Ах ты гадина. Так, один готов. Все, до свидания. Так, HP up, tier up, все нормально. У нас даже появилось красненькое сердечко. Благо, это не синий ребеночек. Есть куда стремиться. Точнее, есть к чему стремиться даже. Эй, дети, отсюда. Ключик нормальный, ладно. Правда, черное сердце одно в результате потрачено. Ну, пускай. Ага. Как раз то, что надо. Вот бомбы, да, нам пригодятся очень сильно. Так, а на дополнительной жизни нам нужно... Я так и не понял, что нам надо сделать. По-моему, надо, чтобы Азазель закопытился. Правильно же ведь? Вроде именно так. А вроде и не так. Непонятно совсем. Я думаю, что лучше не брать Анг, чтобы казусов никаких не было. Блин, хреново, когда карты нету, нифига. А, ну да, да, нашел, когда книгу секретов использовать. Я так умею. Зашибись вообще, давай. А это спасяб. Чё, по-быстрому так. Выносим этих тварей. И нормально. А вот эти-то опасные. Очень опасные тем, что взрывается. У нас лазер достаточно короткий. Нужно здесь использовать, да. Хотим или не хотим. Кыш. Золотую комнату мы, по-моему, здесь еще не открывали, да? Ну что, может быть, у нас тут находится секретка? Нет, ни хрена. Даже не рядом. Так, пришли мы отсюда. Опять у нас синий камень. Блин, если б я знал. Если б я только знал, я бы бомбу-то расставил. Далее. Блин, синий камень, ёлки. Это дополнительное, фактически, сердце. Конечно, можно было пойти в босс-комнату, но нет. Мы не будем тратить здоровье, непонятно на что. Потому что с таким лазером только в босс-комнату идти. Ага. Ой, нехороший босс. Нехороший.
Не надо. Все, иди гуляй. Димджиап. Зашибись вообще. Но толку никакого все равно. В сделке ничего не было нормального. Совершенно. Ох, в большую комнату мне не особо хочется идти, признаюсь честно. Вообще-вообще неохота идти туда. Блин, ключа-то нету. А ключ-то нужен. Более того, у нас даже бомб нету. О, карту открыли. Ладно, хорошо. То есть вниз по-любому надо идти, там может быть босс. А, там у нас вон сколько всего. Да вы что? Тихо. Не безобразничать, а вот и ключ нашли. Понятно. Опять-таки сливаем здоровье непонятно на что. Все понятно. Сразу нас к магазину телепортировали. Угу, посяп. Бомба. Бомба надо, бомба не надо. Нет, мы с вами будем аккуратно все делать. Очень аккуратно, но у нас зарядится скоро книжка. Вот она зарядилась, собственно говоря. И ни хрена не открыла, ты что от тебя? Ладно, давай тогда бомбу возьмем, потому что вдруг у нас тут где-нибудь рядом синий камень, и он нам пригодится очень сильно, вы сами понимаете, да? Вот так. Ага. Так, и нам еще бомбы дали. Мы вообще зашиблись. Не успели пернуть Вильмана. Увы. И ключик даже. Вообще, щедрость. Неслыханная. Опа-на. А вот это было очень нелепо. Так. И где же у нас может быть суперсекретка? Но не здесь точно. А секретка, кстати, вот здесь может быть. Ага, вот она. С монетками. Ладно. Блин, ну нам камень нужен. Нам он нужен просто обязательно. И где вот у нас может быть... У нас получается только либо сверху суперсекретка, либо снизу. И причем места такие не очень хорошие для всего для этого дела. Так что остается только к боссу идти, да? Стоп, не туда. Стоп, там не камень был? А, по-моему, не камень. Ладно, пофигу. Ага. Готово. Рейндж-ап дали. Не то, что нужно, но пускай. Я не буду возмущаться, да, как говорится. Здоровье, дайте нам побольше здоровья. Блин, что за хрень? Два сундука золотых, это да. Это что-то. Ключ. Это намек тонкий? Это тонкий намек, наверное. Ах ты, гадина! Твою мать. Вот успела, сволота. Так, тут у нас карта открывается тупо. И босс рядом. Ну давай. Давай проверим здесь. Нет, тут у нас суперсекретной комнаты не оказалось, к сожалению, к большому. Здесь ее тоже быть не может. Ну, секретной комнаты. Здесь по понятным причинам тоже искать нечего. Так, ладно, не будем особенно самонадеянными. Ну, с этими пауками, блин, накладка. Они неожиданные. Очень. Очень неожиданные. С ними надо быть аккуратнее. Ну-ка. 7 ключей, друзья. Одежда монашки.
Да и на самом деле не шибко-то это и то, что нам нужно. Да? Ух ты ж, блин. Вот так вот. Одно сердце, ребят. Это пипец. Пам-пам. Вот я не знаю, идти ли в босс-комнату или нет. Потому что опасно получается. Пауки-то все эти тоже охренеть вообще. Стрёмно. За грибами надо делать это, да? Угу. Вот так вот. Нормуль. Золотая комната. HP up. Да! Ох, это так стрёмно было, ребята. Просто невероятно. На. Хорош. Ну давай, секреточка, а. Нихера. Ну, книжку бесполезно активировать, потому что... Получается такая ситуация, что... Кстати, босс-комната. Босс-комната. Не туда, вот сюда. Давайте вот так вот сделаем. Босс-комнату надо посетить обязательно. Так, рука зомби. Я не помню, что она делает. Что-то она там превращает, по-моему, сундуки. Да ты задрал, жирный. Все, пошел вон. Он долго думал. Ну все, 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 нормально. Хватит с вас, да? С них со всех достаточно. А мы с вами... А, в магазине мы уже с вами были. Все, хорошо. Вопросов тара не имеется. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Кто у нас тут? У нас тут опять черви. Что-то как-то... Игра резко червей полюбила. Так, и снова HP up. Супер. Что тут? Ну, ни рыба, ни мясо. Но сердечек у нас теперь более-менее достаточно. Это радует. Ух. Давай, набираем. Сердечки пока что не нужны. Опа, на-на-на-на-на. Так, опять карта у нас открылась. Ну, как же с полетом круто, а? Уничтожать этих тварей всех. Они же реально опасные. Эти маски. Так. Не надо. Спринтовать не надо. Не совсем хорошая затея. Нет, успокойтесь. Остыньте. Все, готово, да? Перышко. Ну нет, перышко оно все-таки делает направленную атаку, но в результате-то бестолковое. Мне больше интересно, что у нас находится в магазине. Опа. Сердца. Снова. Хорош. То есть, снова какая-то херь. А дальше у нас на следующем уровне мамочка. Ну, генератор карт, блин. Не надо. Не буду я брать, воздержусь. Ну, конечно же, я синее сердце взял, потому что нам здоровье-то очень нужно, правильно? Все, пойдем. Просто пойдем. Одна радость уничтожать этих тварей. Так, с тебя синее сердце выпадет. Нет, не выпало. Одна радость их уничтожать, когда есть либо прокалывающий выстрел,
либо сера, ублюдок ты такой. Жадность гребаная, блин. Все-таки нанесла урон. Ладно, ладно. Что у нас там в зубастой комнате? Зубастая комната — это очень хорошо. Да, только не сейчас. Ну и ладно. Ну, к боссу нам по-любому идти надо в ту сторону вниз. Я бы что-то не удивил. Не удивился совершенно. С ключами просто забрасывают. А мне нафиг не нужны. Не, спасибо. О, что-то типа того. Так, не надо, муха. Нехорошая муха. Локер. Блин, еще эту хрень сюда поставили, так не вовремя. С шипами. О, до свидания. Спасибо за апгрейд на здоровье. Он понадобится. Все. Пойдем дальше. Фух. Ну и что? У нас тут сразу с места в карьер, да, с этими тварями. Босс, пин. Ну как же иначе? Ах ты гад! Дрянной червь. Все, готов. О, не зря мы сюда зашли, не зря. Так, дальше у нас идет босс комнаты. Да, босс комната. Но у нас слишком много здоровья для босс комнаты. Поэтому можно даже не заморачиваться. Так, ты че, самый деловой, что ли? Остался там ползать. Не надо так. Не надо. Нехорошо. Понятно, спасибо. Опять сердечко предлагает. Ой, сейчас за нами пойдет. Блин, жалко, я думал, может быть, там будет секретка. Откроет ее просто так. Не открыла. Засранка такая. Кстати. Ай. Вот вопрос. Где у нас золотая комната? Ну, по крайней мере, мы знаем, что у нас есть аркада. Что это? Пьетро. То есть, теперь с попрошайкой особый смысл есть говорить, да? Спейдс. По-моему, удваивает ключи. Да. Блин, не то. Во. Хорошая штука этот. Чабби. Литл Чабби. О, сразу нескольких завалили. Я не понимаю, как мы урон получили? С какого бедуна вообще? Не самое лучшее время для челленджей веселых. Сейчас нам надо исключительно все сделать как положено. Иди отсюда. Ну, у нас ключей много, поэтому... А, у нас тут даже карта есть, да? Даже так. Ну, давай, ладно, чё ж поделаешь. Важно будет знать, как быстрее пройти к боссу. Ага. Ух. Не надо, иди гуляй, до свидания. Вот так мы с ним сняли приличное количество здоровья. До свидания. Так, поскольку нам надо идти уничтожать сатану. Мамин нож. Это, конечно, хорошо. О, блин, два сердца, не.
У нас так здоровья маловато. Все. Поперли. Сколько у нас там, кстати, урона-то уже по факту? Не так уж и много. Ну что, сначала сюда тогда. Блин, вот все упирается в то, что сера короткая. О, Азазель. Что печально совершенно. Ага, называется... Я подумал, что здесь может быть босс. Сейчас. Здесь он, конечно. Не-е-е. Была бы у нас какая-нибудь карта на телепортацию, кстати. Было бы тогда действительно полезно. Но теперь хотя бы мы знаем, где у нас босс находится. О. О! Ну, тут опять-таки смысла никакого нету. Потому что у нас нету монеток. Офигеть вообще. Да вы чё? Гопники, блин. Ну прекращайте, а. Так, диарея. Бомбовая диарея. Не совсем то, что хотелось бы. Но сойдет. Все время нам дают красные сердца. Они нам по факту сейчас и не нужны. На. Козлюк. Не плюйся тут, понятно? Тебя воняет изо рта. Пошел вон. Вообще, нахрен. Кыш. Кыш, 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 кыш. Что у нас здесь? Понятно. Обойдемся. Дальше у нас будет мамино сердце, насколько я знаю. Да. Пам-пам-пам-пам. Ох ты ж, попали, сволочи, ты подумай. Папина нога? Давай. Папина нога, это хорошая вещь, и босс. Сразу же почти прекрасно. И бомбы. Ну давай. Ох ты, что чё на меня-то? Нахер пойду положу сейчас этот тринкет. Блин, отучился я её проходить-то по-нормальному. Сложно. Что-то мне совсем не нравится, ребят. Так, у нас нету Анха нету. Ох, да. Веселуха. Ты ч... Вот это вот охеревшая тварь, ты подумай, а. Бывает такое, бывает. Да иди отсюда, все. Блин, вот мух нету, мух. Все в мух упирается. Ну давай, давай, ладно. Что, ничего не изменилось? Странно. А, урон это хорошо. Правда, не знаю, как он на серу действует. Блин, ну нам мухи нужны были защитные. А защитных мух у нас не было вообще. Никаких. Увы. И это хуже всего. Падла. Ну ладно, хотя бы бомбы дали, спасибо. И тут хотя бы от этих поганых пауков не получили урона много. Так, больше здоровья. Вообще великолепно. Честно, я доволен очень. Секретка здесь, возможно? Нет?
А где она тогда? Потому что я не шибко-то понял. Может быть, тогда здесь? Нет. Да ладно. Ну, хорошо, окей. Вот она, может быть, здесь? Супер секретка будет. Хоть что-то. Да. Смешно. Юмор оценил. Все, до свидания. Оп. И снова HP-ап. Хорошо. А что делать-то с сердцем, с мамином? Потому что безобразие полное, на самом деле. Нельзя брать 9 жизней. Так бы я, конечно, взял бы. Было бы самое то. Но, увы, не пойдет. Потому что умереть персонажам нужно только один раз. Шоколадное молоко. А мы и так набираем, да? Да, мы и так набираем выстрела. То есть у нас теперь они становятся еще мощнее, по идее. Не знаю, может быть так, а может нет. Посяп. Хотя бы сердечек понабрали. Это уже прекрасно. Вот, держи. И тебе. Нормально, да? Бомб нету, а ящик стоит. Что грустно. А теперь бомба есть. Ну ладно. Давай. Ух ты ж, блин. Но это прямой намек на то, что надо идти в магазин, да? И проверять секретную комнату здесь. Ага. Так, и вот так. Не хочу ключ тратить. Сердечко, что ли, возьмем, давай. Прости, ключный попрошайка, но с тобой никаких дел иметь я не хочу вообще. Ну что, откроем? Абель. Не знаю, пригодится он нам или нет. Может быть, пригодится. Падла. Все, гудбай. Возьмем, почему нет. Ах, пам-пам-пам-пам. Конечно же, мы зайдем с вами за бастуком. Почему нет? Ну, по факту, пол сердечка нашли. Что привлекательно, вполне. Если нам бы дальность как-нибудь увеличить. Бомбы нету, жалко. Уж хотел бы синий камень вскрыть. Не тут-то было, да? Буфера. По крайней мере, они могут нам помочь мамочку завалить. Поэтому я их менять не буду. Ни за что. Ради одного ящика смысла не вижу вообще рыпаться даже. Так, у нас пока что одно только сердечко, больше нету. К сожалению. К большому сожалению, ключей даже для магазина нету. Увы и ах. Ну, чё поделаешь. Понятно. Я не удивлен почему-то, что я получил урон на ровном месте. Ладно, надо всю локацию облететь, поизучать. Нам нужен ключ, как правило. А ключа пока что нет. Блин, вот ну неохота мне тратить дурачка. Понятно, что и бомба нам нужна очень сильно. Все-таки придется идти тогда в эту комнату. До свидания. Ну и ладно. Магазина нет. Ну, точнее, магазин есть. Ключей нету на магазин. К сожалению, к большому. Что поделаешь. Увы.
До свидания. Ах ты падла. Грязная, потная тварь. Пошел вон. Так, скорость. Скорость выстрелов нам, по-моему, дали. Нормально. Окей. Что здесь? Ну, конечно же, я с тобой поговорю. Потому что ты нам можешь дать что-нибудь полезное. Так, ключи тоже прогресс. Еще один ключ, замечательно. Магазин тоже потенциально у нас открыт. О, компас, вообще шикарно. Солнышко еще, ты гляди, прям балуют. Балуют, однако. Ам-пам-пам-пам. Что это? Не, нет, к сожалению, не то, что надо, совершенно, причем. И еще ключ. Прекрасно. Я просто обязан его открыть. Жалко только, что у меня ничего не оказалось интересного. На. Fat Protector. Еще одно сердце. От него я не откажусь ни в коем случае. Это у нас только пещеры, поэтому можно не беспокоиться. У нас будут еще магазины, может быть, с жадностями, а может быть и без. Так что особенно возмущаться не будем. До свидания. Хе, один только ключ остался. Че я? Зачем я буду заниматься ерундой? Тратить его на сундук, золотой, в котором неизвестно что находится. О, а вот это приятно. Надо аккуратно искать все эти комнаты. А, любовь папочки. Папочкина нога теперь будет. Это шикарная вещь, признаюсь честно. Топает она, что надо, как говорится, да? И у нас есть два места потенциальных под секретные комнаты. И я очень сильно на... Нет, здесь у нас нету. И здесь тоже. Даже так, да? Хорошо, здесь тогда. Понятненько. Конечно, папина нога топнула не совсем тогда, когда нужно было. Пока что у нас нету ключа. Теперь у нас ключ есть, и поэтому можно открыть золотой сундук. Ансус. Ансус всю карту открывает. Теперь у нас секретка доступна благодаря этому. Суперсекретка, точнее. Balls of Steel. Амнезия. Health up. Так, кровавая рвота, как мне сказали. Еще Balls of Steel. Вообще супер. Не зря сходили, называется, да? Ладно, пойдем в Бостера. Георгия. Неплохо. Так, можно даже заморозить его. Все, замечательно. О, Elstead's Up, вообще супер. Так, теперь у нас хотя бы характеристики приятные. Есть чем мочить мамочкино сердце. Но опять-таки нет мух, что немножечко обидно. Хорошо, будем тогда действовать по обстоятельствам. Свидание. Я. Ерунда. Ерунда. Да-да-да. Бомбы нам, ой, как нужны. 1+1, да, я возьму, даже думать не буду. Папочкин ключ. Вроде как. Да. Причем по скидке идет. Или мамин ключ. По-моему, мамин ключ. Ладно, не будем брать. Нафиг. Зубастая комната. Ой, зубастая, золотая комната в той стороне вроде как, да? Не, ну то, что 1+1, это потрясающе вообще. Теперь у нас всего будет по две штуки. Понятно. Я резко понял, что надо мочить пульпы, а не эти статуи.
Running speed. Когда мы двигаемся в одну сторону, мы начинаем двигаться еще быстрее. Спасибо, что вы мне об этом написали в комментариях. Что у нас там есть? У нас там есть еще комната с шипами, но она нам нафиг не нужна. Лапка Гаппи. Так. То есть теперь у нас есть несколько вещей от Гаппи, что уже замечательно. Супер-пупер. Не, монстры, идите вы нафиг. А можно попробовать поискать суперкомнату вот здесь? Ее тут нет, поэтому я даже париться по этому поводу не буду, все. Ох ты, гадина. Да, я забыл, что это такой босс неприятный. Все, до свидания. Ну что, теперь есть смысл пойти взять штучку ту хорошую. Не надо. Так, уголек. Прекрасная смесь получается. Все, идем тогда за ключом. Он, по-моему, дает лакап, что очень хорошо. Или же нет, 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 нет. А, стоп. Он, по-моему, пассивный, чё ж я. Что-то мне почему-то в голову дало то, что он в слоте, в быстром слоте находится этот ключ. Потом вспомнил, что нет. Все, еще нам ключей дали дополнительно. Прекрасно. Как тут все, блин, сложно это замудрено сделано. Только подумать можно, да? Офигеть. Все, погнали. О, как тут все находится-то. И рядом, и далеко одновременно. Ну, пойдем. Вот, отлично. Аккуратно. Хорошо, что у нас скорость большая, можно все успеть. Феромоны. Ох ты, что у нас здесь. Ну, спасибо. Книга теней. Она нам дает защитную сферу. Давайте посмотрим, насколько. Мне просто интересно, сколько времени действует. Но на самом деле она лучше, чем бюстгальтер. Книга секретов. Которая нам секреты нифига не открыла. Ну и хер с ней. Правильно же ведь? Правильно. Ладно. Ох, нехорошие ребята. Неприятная босс-комната для нас по понятным причинам закрыта. У нас здоровья многовато для нее. Хорошо так папин нога наступила на нее. Да. Да. Ты нам можешь дать что-нибудь интересненькое. Вот. Вот. Да. Прекрасно. Давайте воспользуемся моментом. Может быть, взорвется, кто же знает. И нам HP дадут. Так. Не знаю. Ну, давай взорвем, хер с ним. Понятно. И то не дали того, что надо. Ну, идите вы в попу. Мы тогда в магазин пойду, вот, обижусь на вас. И возьму самое интересное. Ух ты ж, блин. Хера. А, кстати, что я туплю-то? А нам дали сердечек, можно, значит, ложиться еще раз. Нет, падла, все равно не хочет. Ты ж гляди, какая дрянь, а, первосортная. Первосортная, он говорит, 100%. Ать, восстановили немного здоровья. Блять. Зачем я? Зачем ты два сердца взял? Нахер? Чё я вытворяю? Непонятно. Но окей. Продолжаем.
Это у нас Некрополис второй. Это у нас мамочка будет сейчас. Да. Великолепно. Теперь у нас больше здоровья. Получился монстр самый натуральный. И это очень-очень круто. Ну что, для начала в магазин надо идти. Ах ты гадина. Быстрый ты, быстрый. Ну да, да. Без жадности никуда, как говорится. Что тут? А, еще и мастер-ключ. Для счастья. Монеток до хрена, девать их некуда. Все, до свидос. Ну и что получается в итоге? Ага, спасибо. Опять монетки собираю, непонятно зачем вообще. Смысла какого-то нету. А, так, ну мы можем прокачаться после мамочки. Нога что-то не вовремя сработала. По факту. Готово. Так, 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 не надо. Что это? Health up. Health up. Ну все. Мамочкину сердцу хана полная, абсолютно. Пам-пам-пам-пам. Есть еще один health up, про который я забыл совершенно. Но я даже выпендриваться не буду. Просто пойдем тогда к боссу сразу же. Бомбы, естественно, будем брать. На всякий случай. Так, значит, к боссу нам надо идти по низу. Скорее всего, по низу. Потому что... До свидания. Нет, нет, нет. Пускай будет вилочка, она хотя бы полезная. Хотя бы немножко. Блин, вот, вот это сволота. Что здесь? О! Великолепно. Да. Ну все. Мамочка называется Пакеда, да? Так. Ну где ты, тварь? Гуляй отсюда. Чем я все это собираю? Непонятно. До свидания. Даже... Нет, ключи уже, наверное, смысла нету брать, да? Но бомба... Бомба это про нас, да. Бомба это очень хорошо. Ну? Тоже братик пнул эту гадину. И она уже решила... развалиться тупо. Так. Все, готово. А дальше у нас будет уже мамочка непосредственно, да? И где она находится? Далеко она находится, еще мешалка есть. Не. Не надо. Слушай, а давай. Быть может, мы мух найдем. Мухи, это хорошо. Так, гематимезис лучше с собой таскать. Нам он пригодится. Для того, чтобы быстренько все сердца убрать. Понятно. Ничего интересного. Босс у нас находится сверху. Ни больше, ни меньше. Готово. Бай. До свидания. Блин, наглые черви такие, я от них просто балдею. У-у-у! Вот это было неожиданно. Очень неожиданно. Честное слово. Так.
неприятные твари, поэтому сфера защитная нам помогла очень даже. Посяп. Взяли сердце, потратили сердце. Ни о чем. Ух, привет. Так, то есть у нас будут сразу боссы, да, мини-боссы, так называемые. HP up. Ну, я не против. Угу. А, нет, 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 это у нас полноценная мешалка, которая мешает все, что только можно, да, и что нельзя. Привет. Ну, ты мне тоже не нужен, как бы. Опять бомбы, бомбы, бомбы. Да и ладно, подумаешь, сердечки снесли. Ничего такого. Угу. Так, ну, давайте уже босса побыстрее. Честно говоря, я уже устал немножко. Так, за сердце, да, спасибо. Ага, давай. Зря, наверное, гематимезис взял вместо солнышка. Пошли. Фух, честно говоря, как-то даже стремновато немножко стало, признаюсь честно. Так, босс у нас совсем рядом. А, нет, нихера. Хера, он не рядом. Даже близко не рядом получается. Так, пульпа. И хорошо. А, еще и супер жадность. Зашибись вообще. Ну, пошло ты нахер. Сердечек понадавали зато. Целую кучу. Иди гуляй отсюда. Блин. А, прекрасно. Ну, все правильно. Вот так вот. Замечательно. Так. Где он у нас? Вот он, красавчик. Самый натуральный. Да. Да, да, да. Что ж, друзья, давайте мы тара на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.